Ну что ж, друзья, вот вам дополнение к ролику о этих тисках. Все было прекрасно и хорошо, если бы они не сломались. Причем они сломались при затяжке второго резца. Один резец я проточил, вот. Уже ржаветь начал, да? Ну да. А вот второй, вот этот хотел проточить. Вот этот резец зажимаю. И борода. Посмотрите, какие зерна у чугуна. Ни хрена. Не знаю, может он и каленый. Ну, в общем, как по мне, чепуха. И вот в этом месте, видимо, она слабая, эти тиски приказали долго жить как-то. А вот так, значит, продавец оказался полной сволочью, скотиной. Сказал, надо проводить экспертизу. Ну понятно, там деньги его и так далее, но здесь как бы налицо. И да, ребят, я ж не тяну, я ж не дебилой, чтобы тянуть вот это вот там какими-то вещами. Я брал их же ключ, который шел, и затягивал рукой. Вот такое усилие примерно я дал, вот так. И они лопнули. Значит, что сказал продавец? Сказал, хочешь, присылай нам на экспертизу. Будет независимая экспертиза, здесь 7000 рублей. В ходе которой мы выясним результат поломки. И если ты будешь неправ, и поломка случилась по твоей вине, то ты заплатишь эти 7000 рублей. Если ты будешь прав, ну, тогда, соответственно, они заплатят 7000 рублей. Наверное, мне дадут новые тиски. Хер его знает. Короче, я их послал нахер. Сказал, что сниму видеоролик обязательно. Ну, вот что я сейчас и делаю. Отправлю его на YouTube. Вот, друзья, вот вторая часть. Моей радости не было предела, когда я приобрел эти тиски, но моему разочарованию сейчас тоже нет предела. Значит, что я придумал? Понятно, что не хочу я никому ничего отправлять, тем более платить 7000 рублей, эти тиски стоят 7690. Вот. Но тиски мне крайне нужны, а еще одни такие же я покупать уже не буду, ввиду того, что я их тоже, скорее всего, сломаю. Давайте посмотрим, что здесь можно будет с ней сделать. Это его слабое место, и здесь оно и рвануло. О, что вот это за материал, который вот здесь крошится? Это пипец. Они мне рассказывают историю, что они тут ни при чем, и у них продукция отличная. А, я еще им сказал, говорю, друзья, мне просто поменяйте бы на другие. Вот. И вопрос исчерпан. Я больше к вам все равно не обращусь. Они говорят, нет. Я им говорю, слушайте, ну тогда я пропиарю ваш материал, товар. Все как надо. Они говорят, а ты, ну, мол, ты занимаешься промышленным шантажем или производственным. Ну, мол, не надо нас шантажировать. Короче, ну, их в пень. Просто добавили мне кучу работы. Теперь вот это вот все надо будет вытачивать. Ну и вытачим. Ссылку я обязательно вам оставлю на товар, чтобы, не дай бог, вы его не купили.
И вообще с этим поставщиком не связывайтесь, потому что даже если у них есть и качественные товары, но другие, ну, за другую цену, если что-то с ними произойдет, будете, как и я, доказывать им, что вы не дурак. И, кстати, случилось это через 3 недели, а не через 2, как я получил товар. Ну вот так. Ну а чтобы поработать, я купил другие тисочки. Вот они. За 900 рублей просто в магазине. Формула успеха какая-то. Они, правда, не знаю, как насчет токарки. Они такие люфтят. Ну, это я как бы временно. Но они же останутся. Все, что временное, все. Здесь тоже, смотрите, видите, какое литье фуфловое. Они экономят. То есть это не фрезеровка, это литье. Они экономят по максимуму на куске железа, на куске чугуна. Вот все бы хорошо у них, но какое-то, видите, качество вообще жесть. То есть вот сам шток, вот такое впечатление, что кто-то что его откуда-то вытащили, просто сюда приделали, как будто он не отсюда. Вот видите, здесь шатается, губка шатается. Друзья, ну это, конечно, для точных работ вообще нам не подходит. Это, не знаю, деревяшки там какие-то точить, сверлить еще пойдет. А точные работы выполнять на таком, таких тисках нет. Но для меня это временное, деньгами особыми не располагаю, для того, чтобы сделать вот эту вот станину. Вот. А сами губки, вот эти вот, чтобы они не шатались, я думаю, вот сюда сделаю подкладки, чтобы оно стояло ровно. Просто прокладки, проставки сделаю в станину. Ну, пока так. Ссылки на эти тиски я вам не оставлю, потому что, ну, это борода. Я их в магазине купил. Хотя на Али можно, наверное, найти такие же. Ну, с Али вам ссылку кину. Потому что все равно в Китае делается. Все, друзья, посочувствуйте. По ссылке пройдите, посмотрите и закройте. И никогда не связывайтесь с этим продавцом. Обидел меня, скорее всего, обидит и вас. Челябинский магазин — полный отстой. Вообще клиентоориентированности ноль. Качество продукции — полное говно. Все, спасибо, всем пока.